как Гриша занимается нашим любимым делом. Линяет струны. Ага. Сядь прямо. Ну, сядь, пожалуйста, прямо. Стань, мне так удобно. Пожалуйста, сядь прямо, выпрямись. Мне так неудобно. Гитара низко. Я подстань. Ты в домашних штанишках, я тебя снимаю? В домашних штанишках. В домашних штанишках. Показывай, как менять струны. Подстаньки. Мастерски. Мастерски я не умею. Я вам скажу. Это наше любимое занятие, менять струны. Вы же знаете. Это хоть четвертая струна. Туда сынешь, куда надо. Ну, два пара с этой, не лезь под руку. Кто дырку засунул? Встань, не пути меня. Где моя кошка? Хрень? Кошка! Привет. Самая лучшая хрень, которую ты думаешь. Чтобы закручивать струны. Быстрее. Мама, красивое лицо сделала. Серьезное очень. Последняя струна. Продолжение. Продолжение. Рубрика «Фипелявого гитариста». Фипелявого гитариста. Это моя фишечка. Кто замечает, что Гриша фипелявит? Я уже привык. Все подписчики, кто? Привыкли, что я не фипеляю, просто не сами фипеляют. Сами не замечают. Ты сама фипеляешь, не замечаешь. Животные все моются. Нет, Джейсон уже не моется. Джейсон моется. И кошка моется. Бесит. Это хуже, чем наушники, да, распутывать? Хуже, чем гирлянду новогоднюю распутывать. Наушники фигня. Последняя струна осталась. Мы сможем. Не сможем. Давай. Это как сунуть. Ниточку, иголочку. Да, главное этим концом засовывать, а не вот этим дряблым. Да, это вот как дряблый конец нельзя сюда засовывать. Дряблый конец не суется. Это раз. Офигеть, смотрят. Это раз. Два, вылетит струна к чертям. Это инструкция, как... Мы, надеюсь, мы для нашей онлайн-школы будем не так инструкцию снимать, как струны шрамы видно? Менять. Шрамы да, видно? Шрамы видно. Это я, когда учился менять струны. Для онлайн-школы будем не так снимать? Как-то умные лица сделать. Одеться хотя бы. Одеться хотя бы. И чтобы животные на фоне жопы не мыли. Да. И перестать еще пилявить. Последняя струна. А я все правильно делаю? Да. Я уже боюсь за тебя. Давай. За то, что мы туда... Ты волнуешься, когда засовываешь? Это все руками волнуешься. Не волнуешься. Вот на это волнуешь, да? Дряхлая хрень. И поехали. Серьезное лицо. Самое главное, вот тут струны, под струны, чтобы они не торчали, как у некоторых гитаристов. Это кошмар, а так красиво. Никому не мешают. Молодец. Так всегда дистанция, да? Держим дистанцию.